за производную программу «Майя Хэмбрэн» набирает 135,83 балла. Общий результат за две программы 212,72 балла. На данный момент «Майя» занимает первое место. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Александра Трусова. Thank you.
Молодец. Александра Трусова за произвольную программу набирает 171,21 балла. Общий результат за две программы 248,63 балла. На данный момент Александра занимает первое место. Завершает выступление женщин в произвольной программе Алена Косторная, Москва.